Так, всем привет. Сейчас я вам расскажу за прокачку персонажа, как правильно качать, когда качать, зачем качать, почему так качать, почему не по-другому. Ну, это в основном будет касаться тех, кто хочет чего-то добиться в игре. Ну, то есть, кроме того, чтобы просто ходить на кошмарки, там все карты получить, выкачать модули и все. То есть, кому хочется брать, допустим, турниры, в эвентах играть, и так далее. Первое, что самое главное вообще, это не качаться без манипулятора. Ну, да, особенно это тяжело быть новым игрокам, потому что вообще играть невозможно, если ты не можешь прокачивать статы, тем более, когда у тебя их еще и нет. Поэтому лучше заводить персонажа, ну, когда есть манипулятор, либо покупать персонаж с манипулятором. Потому что особенно донатом эта вещь, ну, самая полезная будет. Да, не только донатом, вообще всем нужна. То есть это такая штука, которая мало того, что дает биомассу, которая работает как греймики, то есть относительно уровня дает разное количество статок, это биомасса, так еще и с 25% шансом будет плюс одну характеристику давать при прокачке. То есть когда вы что-то качнете там за кредиты или за живку, ну за кредиты, то есть силу или живку, то вам дастся 1 к 4, ну 25% шансов, там не 1 к 4, там 25% есть. То есть может даться не 1 к 4, может там раз в 6 статок только дать. Поэтому там не всегда будет 25% там. Ну, система работает не так, что каждые 4 статки будет гарантированно давать плюс 1. Но все равно будет давать это много. Поэтому эта вещь является обязательной. Вторая часть это, ну, в дополнение к этому, это не качаться без скидок. Ну, это уже будет намного, немножко сложнее, потому что, ну, как правило, без скидок играть все-таки можно, но именно качаться без них. Но просто вы на то, чтобы дотянуться до доната, потратите намного больше ресурсов. А покупать по 10 тысяч 3 в одном может, ну, не каждый, чтобы это все перекрыть. Поэтому скидки выкачивать тоже нужно. Так, третье это качать. Все-таки, когда уже есть манипулятор, когда скидки, качать силу и живучесть. Ну, ловкость, если замочки будут. Потому что, опять же, чем дальше идет игра, тем бесполезнее становятся эти два параметра, то есть ловкость и талант. Ну, талант это он еще давно стал бесполезным, но сейчас еще больше. Потому что, ну, если считать обычные битвы, то есть, допустим, таран, допустим, есть кибердевочка, которая вдохновение восстановит. Мара статы перетянет у противника, тоже талант там заберет. Кот 12 ходов летает, ну, по-любому будет раза 3 полностью шкалу вдохновения восстанавливать. Поэтому таланта смысла нет. Ну, то есть от него был смысл, поскольку он максимальный порог граба повышал. Но это уже отдельная история. Но поскольку сейчас есть манипулятор, и он работает по принципу греймиков, то есть он, ну, в талант статы дает. Тоже дает, поэтому он все равно будет повышаться, то есть какой-то порог его будет. То есть если есть таланта там, ну, 40-30 тысяч для слабых аккаунтов, там под сотку для сильных, это уже нормально, вы уже нормально грабить будете и сильных персов, и слабых, потому что там, ну, до ляма можно запросто у них грабить. Но если у них столько есть, естественно, кредитов. Там формула интересная будет, что если, допустим, вот у меня таланта 97 тысяч, то даже под фулл грабом, это 320%, 300, я не смогу, допустим, у Хая, у которого там 700 тысяч таланта, и, допустим, на счету у него имеется там 5 миллионов, если я на него нападу и выиграю, я у него заберу максимум там 3. То есть, если на него нападет любой Хай, у которого талант под лям, ну и больше, и у него, допустим, какой-то там баф есть, допустим, 25-й от хакера, то он заберет у него те же самые тоже 3 ляма или вообще 4. Поэтому талант только на это влияет. Ну, во-первых, мы не тридцатки, таких жирных тридцаток бить не можем, а поскольку сейчас у всех много очень боев, ну, все постоянно грабят, то есть у персов вообще мало граба, там у них максимум никогда не копится практически. Поэтому таланта там в 30-40 тысяч тоже под бафами вполне будет хватать. Ловкость та же самая история. Ловкость влияет на то, чтобы ответить на удар противника. Ну, допустим, если у вас перевес ловкости противника, вот что вы можете ему сделать? Вы можете, у вас немножко больше шанса будет ответить на нанести второй удар,
ответить на удар противника и заблокировать удар противника. То есть эти три параметра будут нам выше у вас, чем у вражеского перса, если у вас выше ловкость. Теперь плавно переходим к тому, если у вас есть дистанционка. На дистанционку как бы похер на блокирование, пофиг на ответки, потому что это на дистанции нельзя ответить на удар. Единственное, что это, то есть двойной удар. Ну, поскольку есть опять же 20-я конфетница, двойной удар, ну, дается коктейлем. 22,5% это от 20-й. Она еще будет 25-й, там по-любому процентов 100 будет добавлять. Но это уже будет, конечно, это будет очень сильно. Это можно даже отказаться, скорее всего, будет от этих пассивок, а даже брать актив. Но это будет когда-нибудь потом. Поэтому единственный смысл будет, если вы, допустим, обои на средних оружиях, то там это, может, чуть больше зарешает. Но, опять же, все эти пороги, допустим, у ворота и двойного удара, это все поднимается вот, ну, пассивками и коктейлями, естественно, на бафах. Поэтому польза от ловкости тоже будет очень маленькая. Ну, тем более, сейчас еще появился таран, который в нулину может снизить противнику тоже ловкость. У вас хотя бы там 15 ловкости просто статок будет, вы уже будете в огромном преимуществе на эти три хода. Так, дальше. Допустим, расскажу на своем примере. У меня прокачанная, то есть статка, и вообще очень слабо прокачанная в 18-м. То есть база у меня очень маленькая, но из-за того, что, допустим, из-за арконов, из-за всех, ну, фуловых машинок, там, допустим, пояса и так далее, то есть мощность получается высокая. То есть мне ее достаточно, чтобы брать туры, бить сильных персов, там, занимать все в эвентах и ждать, пока есть манипулятор. То есть взять, допустим, жирных 18-х уровней, там, допустим, вот, допустим, его, то есть тут тоже ловкость вкачана, ну, сила, живка, ну, живка примерно как у меня, сила, конечно, ну, где-то в 100 тысяч разница у меня от них, но у меня, допустим, 50 на 50 я их бью, допустим, тех, у кого такой жир, ну, и это при том, что они уже, ну, намного больше сидят на 18-х уровнях, еще ядро прокачанное там, допустим, на 46 где-то тысяч у них ядро будет. Ну, это та для отсылка, что если хотя бы 200 есть за чипы, цена до 21 уровня, то это, ну, это нормально, это даже до 18, то есть до 200 цена есть, это уже будет хорошо. Так, за статы вроде бы все рассказал.